И в конце выпуска срочная новость. В Москве из горящего здания, где расположены институты химической и биохимической физики, эвакуируют посетителей. Возгорание произошло в здании, расположенном на улице Косыгина. Горит крыша и третий этаж. Огнем охвачено как минимум 200 квадратных метров. В тушении пожара принимает участие 15 пожарно-спасательных подразделений. Подробности в следующем выпуске новостей.